пожалуй, самая главная интрига утренней сессии. Это 8-й забег на 800 метров у мужчин, где выжил Юрий Долтаковский. Как поведет себя Юрий в этом забеге, мы сейчас увидим, пока 200 метров пройдены. И контрольная техника. 25-7, абсолютно не обязательно говорить было об этом, поскольку все одинаково у нас начинают, а вот 400 будет интересно. Руслан Близиков идет, и Юрий Бардаковский здесь же. Вот такие 400 метров продемонстрировал Руслан Боязидов. У Бардаковского порядка 53-20, соответственно. Юрий прекрасно все понимает, опытный спортсмен, олимпийский чемпион, о нем все сказано. Метров. Бардаковский уже лидер. 1.20. Юрий Бардаковский первым выходит напрямую. Максим Ковод, Республика Коми, вторая позиция. Ну а Юрий Бардаковский бежит на финише. Очень интересно, какое время. Ну что ж, Юрий в финале. 1.47.81.